и абсолютно успешным человеком. Трудолюбие и удача почти синонимы, потому что удачу мы к себе можем как притянуть, так и оттолкнуть. И она дается усидчивости. Ты настойчиво в одном направлении что-то делаешь, и к тебе удача приходит обязательно. Удачу надо как рыбу в пруду прикормить, и тогда она тебе будет сопутствовать. Удача не просто так приходит, и не ко всем. Когда человек чего-то добивается последовательно, она говорит: «Понятно, этот человек адекватный, я буду с ним дружить». Олег Скрипка.